Итак, это была группа Сергея Харина. Бурные аплодисменты уже были. Наш вечер продолжается, и мы долго задерживать вот такую паузу не будем. Потому что сейчас на сцену выйдет очень веселая группа с очень веселым названием «Плакса, город Новосибирск». Итак, прошу. А это мой новый помощник, которого вы наверняка знаете, наверное, уже больше, чем меня. Пантелеев Михаил, шоумен и человек. Спасибо. Может быть, кто-нибудь помнит, группа была такая «Злая собака». Вот из «Злой собаки» получилась теперь «Плакса». И если кто-то хочет очень сильно удивиться, то я думаю, ему за столиками сидеть не место и не время. Нужно прийти в зал и посмотреть. И так же, как на группе 9, опять же таки, разрешается хлопать, топать, свистеть и танцевать перед сценой. Второй микрофон, какой еще можно взять? Который вот этот самый, на стойках на черных, изолентами примотанных. На черных стойках любой Как всегда, извиняюсь за небольшие технические такие заминки. Я в это время буду разговаривать, вам что-нибудь рассказывать, наверное. А еще нужно, чтобы вот эти два микрофона звучали одинаково по параметрам. То есть это убедительная просьба вот этих вот милых дам. Раз, раз. Здравствуйте, Барнеаполь. Очень рады вас тут всех видеть. В этом зале, в этом клубе, в этот первый день весны. Так, ну, то есть сейчас мы тут неполадочки у нас, сейчас все у нас уладится, и мы с удовольствием начнем хорошую музыку, мы надеемся. А пока здесь идет настройка, есть у нас тут один человек, по поводу которого у нас тоже родилось кое-что. В этом зале в кайф всего, свету, звуку Бродского. Мы за них благодарим Виктора Юровского. Вон там он. Так дайте ж полбанки Юровскому в руку, или скоро не будет ни свету, ни звуку. Ура Юровскому! Алена. Первая песня называется «Сестра». Можете даже с нами потанцевать вместе, если будет настроение. Эта песня о здоровом чувстве любви к себе. Барабанные мониторы, голоса и гитару. Не везет нам со струнами никак. Да. Так долго ждали и не везет. Я могу только спеть песню. Народную песню только можешь спеть.
пока у нас тут антракт, мы вам споем песню народную. Даю. Шел казак через долину, шел казак через долину, видит, под горой девчина спит. Подошел казак к девчине, подошел казак к девчине, говорит казак девчине: дай. Эх, я девчонка молодая, я девчонка молодая и не робкая такая на. Спасибо. Спасибо. Постоим тут для красоты пока, для оформления сцены. Давайте пока барабаны настроим. Thank you.
Сейчас мы вам что-нибудь споем, мы не определились еще. У нас этих песен просто завались, мы не знаем, что петь. Какая-то поломка. Все ломается. Очень жаль. Благодарим за внимание. Видимо, это все. Это последнее. Спасибо. Спасибо.